Здарова, Империя, у микрофона Артём, это канал Snowworm TV, и у нас сегодня очередная демо-версия игры, которая есть в Стиме. И это что-то, знаете, очень похоже на Commandos. Так, компания, продолжить компания. Очень прикольно, стилизирована вот это она. Так, глава первая, трусость, у нас два персонажа есть. Что-то тоже про немцев. Обожаю такие игры. Сейчас посмотрим. Есть русский язык, можно поставить в настройках. Сейчас глянем. Последнее, что я проходил наподобие таких игр, это был «Партизаны». Тоже классная игра. Так, пробел. У нас много времени. Так, а я могу вот это все? Давайте проскипаем. Поближе, ближе к игре. О, да-да-да-да-да. Военные солдатики, как я это люблю. Очень круто выглядит, кстати. Панзеры поехали. Но это, вот, это тем людям, кто любит вот эти игры, вот Commandos, Desperados, Shadow of Tactics, потом Партизаны, вот эти вот тактические стелс-игры, где нам дают персонажей, у каждого персонажа свои способности. Кто-то может лазить, кто-то может ножом, снайперы там всякие различные и тому подобные вещи. Реально крутые игры такие. Так. Ага. Хорошо, мы, короче, выбрались. Так, убираемся вниз. Так, выберите персонажей. А, правой кнопкой. Так, ну пойдем, ползем. Манфред и Эвальд. Чтобы изменить стойку, нажмите Space. Хорошо. Все, понеслась. О, Т-шки, Т-34 танки. Так, чтобы двигаться быстрее, дважды. А, уже. Хорош. Надо этот... Белый лист добавить в эту игру. Так, ну пока просто типа тренировочка небольшая. Выбери лидера. Используй навык голые руки на нем. Так, кто там? Однёрочка. На! Ебать, его написано было. Еще бы русскую озвучку бы сюда, еще бы, конечно. По красоте. Так, хорошо. Так, ну нам надо, короче, пробраться к мотоциклу. Давайте возьмем и уберемся отсюда. Подожди, подожди, подожди. Мы только что дезертировали из армии. Любой из наших патрулей. Надо избавиться от нашей формы. Крестьянскую одежду нужно. Так, одежду крестьянскую. Подожди, а мы кто? Это кто? Это русские? Это же русские, получается, да? А мы немцы, что ли? Так, а как ставить, чтобы видно было, как они смотрят? Это что? Сбросить камеру. А, во, правой кнопкой. Хорошо. Это мы знаем. Так, а нам... А, мы тут не пройдем. Переместить камеру сюда. Так. Возьмите самогонную бутылку. Удержите контроль и щелкните кнопкой на бутылке, чтобы поднять ее. Ага. Ага.
Ну, допустим, давай. Так. Пойдем возьмем самогонную бутылку. Так. Самогон заманивает врага к нему, они не обязательно подойдут. Так, ну допустим, самогон. На, лови. Какого черта? Так, а теперь врезать ему, да, надо? Так, я могу его взять. Так, отнести. Бросить. Так, а что я могу с ним еще сделать? Ничего, да, получается? Так, вот этот палец, по-моему, да? Так, подожди, F1. Отойди-ка, пожалуйста. А, у тебя нож. А, ну я его убил. То есть, раньше кулаком просто вырубали, а здесь, походу, убивает он, да? Этот сюда не смотрит. Ну, а, он шею сворачивает. Все, теперь понятно. Так, аккуратненько уходим. Бутылку забираем. Так, а теперь... А, он его палит, да? Ну, ничего страшного. Он примерно сейчас... Как... Блин, а как развернуть камеру? Что это, Дарво? Там что-то для тебя. Удобно, большая иконка. А как развернуть камеру, мне интересно знать. Должно же как-то быть. Поднимите тело. Бросьте тело. Okay. Убивать тихо. Угу. Так. Ну, я предположим. Можно лечь только, да? Получается. Так, ты куда смотришь вообще? Так, никто меня больше не палит? Если там можно было, наверное, наружу подобрать. А, нет, нет. Все, готов. Хорош. Если у Эвальда есть запасная бутылка самогона, он может использовать ее для убить двух противников одновременно. Выберите драку, навык выберите. Вот так что ли? Так, можно залезть. Некоторые персонажи могут взбираться. Прикажите Манферду. Так. Сейчас я тебя полосну. Опа! Классно упал, кстати. А, нельзя винтовку почему-то подобрать. Так, и теперь мы берем Эвальда. У него получается такой навык, который сразу двоих вырубает, да? Ага, все. Так, нажмите Q или Е, чтобы повернуть... А, вот, теперь можно поворачивать камеру. А что-то тогда нельзя было. Спустите Манфенда. Давай, Манфред. Спускайся. Тут повернем немножко камеру. Выберите карманные часы и бросьте их на землю. Рядом с врагом. С помощью правой кнопки мыши. Музыкальная шкатулка в часах будет притягивать врага и в его сторону. Ага, ну это понятно. Так, стой. А, вот сюда бросить надо.
Ага. Хорошо. Некоторые умения более шумные, чем другие. Обратите внимание на соответствующий индикатор шума при наведении курсора мышки. Избавьтесь от двух охранников. Так, а у тебя... А, бутылки нет, да? Блин, бутылки нету, обидно. А, ну, в принципе, этот никуда не смотрит. А будет шум, да? Интересно. Попробуем того резануть и того резануть. Так, ну, о, меня расстреляли. Не получилось. Так, заново, да? Хорошо. Так, ты пока постой. Тут. Иди сюда. Индикатор шума. Не достает, да? Блин, а что делать-то? Тот услышит верхний. Так, знаете, как сделаем сейчас? Так, не получилось, не фартануло. Хорошо. Действуем по-другому. Блин, а чё, тут сохранилось, что ли? Так, ну это плохо. А чё это автосохранение какое-то странное? Что это там? Я, пожалуй, убегу. Так, и что мне теперь сделать-то нужно? Так, у меня есть... А, может, бутылку подобрать смогу? Есть бутылка? Кто там? Здесь бутылки могу забрать? Нет, да? Блин. Оружие тоже подобрать нельзя. А, все, отлично. Так. А, он часы забрал. Но тут, по сути, этот не видит. Если я его сейчас резану, он того заднего. Видите, он не видит. Но это, по сути, бред, конечно. Так, замените еще одну... Так, подожди. Забаните, да? Заберу. Так, кого еще заманить? Там офицеры стоят.
Погнали. Ага, расстреляли. Так. Я так понял, вот этот... Так, стой, не ты. Да, надо с кулаком убивать, потому что ножом слышно, а кулаком не слышно. Сейчас мы его заманим, как это смотрит. Угу. Вот сюда его поближе заманим. Какого черта? Так. Так, хорошо. Кто там? Все отлично. Ух ты. Солдатёры идут. Да, мы, кстати, немцы. Так, осталось двое. Здесь есть у нас бутылка. Хорошо. Давайте вот этому заберем. И тут можно вот так вот. И этому просто... Так, умеет отвлекать врагов свистом. Когда они услышат свист, они подойдут проверить источник шума. Сейчас развернемся. Так, давай сюда. Давай сюда. Так, ну давай посвистим. Так, еще кто-то придет? Приманите свистом. Но он увидит сейчас этого. Ну давай. На. Не, ну блин, ну классная игра. Мне очень нравится. С удовольствием ее пройду, когда она будет. Так, режим планирования. В режим планирования вы можете поставить... Ага. Чтобы активировать. Короче, можно этого вырубить, переключиться на этого, а этого зарезать. Что-то пошло не так. Что-то пошло не так. Ладно, зарезали, зарезали. Бог с ним. Так, давайте переодеваться. Так, а давайте от этого тоже огрохнем, чтобы он нам не мешал. Что-то есть. Так, просто сейчас свистнем. Ёбнем ему в бубен. Так, коллекционная вещь какая-то вот здесь лежит. Хочу забрать ее. Все, мы гражданские. Вот так вот. Так. Оружие и боеприпасы. Где вот тут? А, вот он лежит. А здесь где? Так. А где патроны? Так, есть патроны, винтовка, да? Сюда бежим, 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 бежим. Что там за звуки? Там звуки, иди проверь.
На. Так, а я могу что-то подбирать с пола теперь, да? Винтовки вот эти вот. А, только вот этот может подбирать винтовку. Как думаешь, сколько еще немцев хотят? Да, это патроны, короче. Так, где кто еще? Один там, а? Найдите способ устранить его. Этот палит, да, его? Так, это плохо. Но... Но знаете, что можно сделать? Ой-о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 й. Блин, серьезно? Там сверху не заметил чувака я. У меня вот этот... А, вот, бля... А как этот палец, кстати? Так. А что сделать можно? Что можно сделать? Можно обойти. А что толку мы обойдем? Почему мы не можем попасть сюда, вот, за эту границу? Можно, знаете, что попробовать сделать? Они поднимают вот отсюда, да? Погоди, что там за шум? Если я вот так вот лягу. Как думаешь, сколько еще немцев хотят? Попаду, нет? Бегут. А, и меня убили этого. Нет, не убили. Блин, он, они видят почему-то. Я вроде... Витька, ты тоже это слышишь? Я вроде бы на склоне. Выделить объект. Так, а я могу? Как-то поставить так, чтобы он... Нет, да, я не могу поставить так, чтобы... Да блин, ну куда ты пополз-то? Ну что, блядь, бред какой-то нахуй. Почему ты ползешь и не стреляешь? Не понимаю, почему он ползет, не стреляет. За укрытие здесь, кстати, прятаться нельзя, тоже не очень удобно сделано. Ладно, давайте попробуем. А, стойте, я же так уж могу сделать. Вот и все. Тихо, слышишь? Я зарежу. А? Матерь Божья! Ты слышал? Так, сейчас я его сюда перенесу. Так, а теперь, знаете, что сделать можно? Сейчас сюда подбегу. And what? Now you regret this? Это тут сейчас. Сейчас я им свистулечки съем. Блин, ну как так-то? Как ты меня заметил там?
Так, ну давайте свистанем. Постой, там кто-то есть. На. Ползание и диапазон. Да-да-да, этого я знаю. Так, эти как смотрят вообще? Как они вообще там стоят? Так, а как теперь мне вот эту вырубить? В принципе, нам нахрен не нужен, да? Разрезать. Так, вот здесь еще двое. Давай, поползли. Как там кто смотрит? Есть кто палит? У меня вот этот палит, по-моему. Да. Переползем. Так, надо вот этого рубануть. Так, а как мне его рубануть? При помощи часиков. Сейчас попробуем. Часики. Сюда кину куда-нибудь. Так, я не понял, а что ты... А, ты его не... Блин, зря я это, конечно, кинул. Ты зона же маленькая. Вот это он, они палят, не успею его убить. И проползти тоже не успею. Если попробовать. Я не заберу уже ее. Попробовать только ударить его. Не успел. Нет, нет, не получается так. Блин, ну не туда кинул я часики. Блин, опять. Так сохранение какое-то, автосохранение, даже бред какой-то. Сохраняется не там, где нужно. Теперь что мне делать без часов? Не могу, конечно, попробовать просто застрелить их всех. Сюда отползу. Блин, они, как ему сказать правильно, оружием очень плохо пользуются. Один выстрел, и потом такая вот очень долгая пауза идет. А еще вот эти прибегают откуда-то, откуда они прибегают? А, вот здесь проход есть. Так, давайте сначала их, наверное, грохнем. А мы сейчас свистом их, да, выманим, точно? Вон того сейчас выманим свистом. Никто же не палит его. А, он здесь палит его, да? Блин. Так, а эти как смотрят? О, отлично. Сейчас попробую, знаете, еще. Вон того выманить, верхнего. Я порой.
Так, сейчас попробуем выманить свистом и... и шлепнуть. Так. Блин, так двоих зацеплю. Мне нужен один. Отлично. Так, теперь надо забрать. Теперь нужно забрать. Там что-то лежит. Какая-то еще штучка. Ну тут всякие, видите, эти читать можно. Записулечки. Так, ну теперь можно эти, по-моему. Так, ножом его можно убить, да? Так, все, теперь можно вот этих грохнуть. Так, встань ты уже. Так, ну здесь вот командовать нужно. Одного вот так. Второму. Так, да? Все, отлично. Откуда у нас, интересно, это? Так. Все, на мотоцикл поползли. Боевой режим более динамичен, чем классический режим. Выберите обоих персонажей и вводите в боевой режим, нажав C. Ключ перемещения. Ага. Так, я так не смогу украсть, да, его? Ну-ка, и что это боевой режим? Ну это типа стрелять, да? Типа стрелять, окей. Я доползу до сюда. Ага. А, ну вот, да, вот так вот, вот так вот, вот так я понял, вот это крыло, вот, да, боевой режим, это круто. Ой-ой-ой-ой. Ну-ка, валим, валим, валим отсюда. Погнали, украсть мотоцикл. Боевой режим классно сделан, да. Вот там стрелять удобно. Потому что там, ну, как бы нет такой задержки, как в обычном режиме. О, разблокировано все. Глава, точка, разрыв. А что, вторая глава? Ну, не будем ее проходить. Смотри, времени на первую. Биография, кстати, разблокирована. Вот здесь у них. Нажмите пробел. Я только не понял, мы играем за кого? За немцев? Почему русские были? Видимо, или дезертиры мы? А, да, мы дезертиры.
Я потерял цель. When I joined the Wehrmacht, I imagined myself becoming a hero. А, я вступ... они вступили в Вермах. Прикольно сделано, это нарисовано. Ну, тоже экономит на вот этих вот ставках с персонажами. Тут просто взяли зарисовочку. Ехали на запад несколько часов подряд. Угу. But for me, survival was not enough. I knew I needed to find a reason to keep going. В какую-то деревеньку пришли. А, смотрите, еще есть уровень. These damn bikes, they consume gas like a fucking panther. We're lucky there's a village close. 44-й год. Okay, we have some SS stationed here. It's Einsatzgruppen. We're not even trying to talk to them. See that barn over there? I bet they keep supplies inside. Yeah, looks like it. I'll try to break in. Попробуем взломать. Бутылки вижу уже вон. Так, ну... Поиск припасов. Давайте двигаться, у тебя все еще есть выпивка. Похоже, они... I refill it anytime I can. Out of Pervitin? Yeah. For two days. Тут висит кто-то. I stopped taking that shit back at Leningrad. If they didn't resupply it right after, они тут, кстати, общаются между другом. Anyway. А, ну у нас все осталось, да? Так, подождите. Да, уже 37 минут уже прошло, серьезно. Так, давайте здесь сохранимся и закончим. Блин, классно, мне нравятся такие игры, сохрани на главу. Ну, почему-то тут довольно-таки, ну, большой демо-версия уровень. Так, как сохраниться? Выбрать. Так, давайте здесь сохраняться. Всем, кому понравилась игрушечка, подписывайтесь, комментируйте, жмите колокольчик, приходите на стримы. С вами был, как всегда, Артём. Ну и увидимся в следующих сериях. Всем пока-пока.